Здравствуйте, друзья! Вот и первый день ноября на пороге. Хотя, судя по прогнозу, погода чуть не ноябрьская. В Краснодаре этот день дарит гостям, жителям города, солнечную, ясную погоду. Утром еще малооблачно, от 9 до 12 тепла, а вот далее на небе будет царить солнце. Днем плюс 16, плюс 18, вечером 11-13, ночью 10-11 выше нуля. В Ейске тоже пасмурно и 7-9 со знаком плюс. Днем облачно с прояснениями, плюс 13, плюс 15. Вечером ясно, 10-12 тепла. Ночью тоже ясно, 9-10 выше нуля. Температура в море всего плюс 11 градусов. Купаться я вам не рекомендую. Лучше послушайте стихи Ларисы Рубальской. Пойду, схожу за счастьем на базар, а после в супермаркет за удачей. И что с того, что это не товар, я попрошу еще любви на сдачу. И взвесьте мне, пожалуйста, грамм 100 той совести, что с краю, полкой ниже. Просрочено. Ну ладно, я потом куплю в другом ларьке. А вижу, по акции есть скидка для меня. Давайте доброты, насколько хватит. А есть у вас от злых людей броня? Что-что, на это деньги жалко тратить. А дружбу как? Поштучный или на вес сегодня вы любезно продаете? Нет, не куплю. А просто интерес. Зачем так жить, если смысл в расчете? Еще здоровье близким прикуплю и буду им дарить на дни рождения. В продаже зависть? Зависть не люблю. Продайте лучше полкило терпения. Нет, счастья на базаре не купить. Но если мы научимся делиться тем самым счастьем и любовь дарить, то все плохое просто испарится. Спонсор нашей программы – строительная компания «Стройэлектросевкомонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. Телекомпания «Краснодара» и Анатолий Тычков желаем вам верных и преданных друзей на вашем жизненном пути.